Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам вот такую мою маздавалию. Это голландский гибрид. Вот ее название. Вряд ли я его смогу выговорить. Но, судя по тому, что я вижу, это один из гибридов из Киситы явно. Растение совсем не крупное. То есть вот вся длина листиков максимум 10 сантиметров. Цветочек тоже не крупный. Даже чуть меньше 2 сантиметров. Цветочек у нас только один. Растение еще совсем молодое. И получено оно было молодым таким. Листочков было поменьше. Растет оно довольно быстро. Быстро и легко дает новые росты. В принципе, хорошо переносят высокие температуры и хорошо переносят низкие температуры. Зимой с ним вообще не было никаких проблем. Уход за ним точно такой же, как и за другими маздавалиями. Единственное, чтобы прикрыть вот верхние корни, чтобы летом было легче растению и не так грунт пересыхал, я вот положила туда вот такой вот коротенький мох. А так растет она у меня точно так же, как и другие маздавалии. 50% коры, 50% обычной гальки, ну, которая для аквариумов. В принципе, в удобрениях особо она мне не нуждается. Она еще молодая. Если я удобряю, то удобряю я ее опрыскиванием, удобрением по листу. Увлажнение. Опрыскиваю я их каждый день, так же, как и все остальные маздавали. И есть увлажнитель воздуха. Поэтому где-то примерно 60% всегда есть влажность. Ну, а когда работает увлажнитель, там 90%. Ей хватает, но все равно она отсушила несколько цветоносов. Цветоносов было гораздо больше. Цветет она легко и охотно, если как-то дождаться, чтобы цветонос все-таки не умер. Вот, вот такая она симпатяшка. Очень похожа на маздавалию с Киситу. Так что всем рекомендую. Попробуйте и вы завести такое растение. Всем спасибо и до новых встреч!